Добрый день, друзья! Вы на канале «Уютное чаепитие», и с вами я, Ирина Ризвая. Еще вчера собралась я снять этот тюль. Правильно я говорю? По-моему, у нас тюль мужской род. Неважно. В общем, занавески. Вот эти занавески снимать пока не буду, так как вечером буду все-таки еще задвигать их. Ну, не белые ночи еще, это белыми ночами мы их вообще не трогаем. Но тюль обязательно на окне нужна, потому что противоположный дом, окна, все равно все видно. Сейчас я вам покажу цветочек. Еще цветет. Отцветет, и я его пересажу, потому что я не меняла, наверное, землю года три. Ну, еще пока вот зацветает. Это декабрист, у которого немножко цветочки другие. Белый точно такой же. А вот второй у меня декабрист как-то не особо радует нас. Но и я и поливала в этом году их так редко. Говорю, что-то вообще к цветам не подходило. Просто напрочь забыла про цветы. Здесь надо мне землю заменить. Даже не знаю, что у меня там. Что-то испортилось. Может быть, листочки взойдут. Обычно глоксиния. Она вот так засыхает, а потом всходит. Я еще подожду немного. Подожду до, не знаю, может быть, еще полмесяца, если ничего не проклюнется, потому что та глоксиния, которая у меня уже на кухне, уже выпустила листочки. Так, значит, что здесь? Коля говорит, что у него есть такой шпатель, который снимает плинтуса. Они, по-моему, приклеены там намертво. Мне надо эти плинтуса хотя бы посмотреть, как они отходят. Найти этот шпатель и посмотреть. Либо сегодня надо ехать покупать новый. Так, друзья мои, чтобы мне тут вас сильно не задерживать. Кстати, вот, посмотрите. Время 9 утра. Я выстирала подушечку вон у камина, ее положила, сушу. Встали мы, конечно, рано. Так, ну что, занавеску унесу, занавеску стирать. И увезу ее на дачу. Батареи. Батареи, вот такие вот батареи чугунные. Я их буду красить. У нас есть батареи, закрывать вот такая штука. Мы их убираем за диван, куда-нибудь убираем. Потом вынимаем, все это моем. И их закрываем. Пока закрывать не буду. Вот такие вот они, чтобы вид был красивый. То есть чугунные батареи, они хорошие, они вообще лучше греют, чем вот эти новомодные-то. Но у нас тут само по себе отопление едва-едва, как говорится, едва шает. То есть пока закрывать батареи не буду. Девочки меня спросили, говорят, батареи покрасите сами. Я говорю, покрашу сама. С батареями я разберусь. У Кирилла новая батарея. В нашей комнате тоже чугунная, у Кирюшки новая. Мы ему заменили. Там что-то можно было и не менять. Оказалось потом, что тут как-то две батареи принадлежат одной линии, а эта батарея почему-то принадлежала другой линии. Как-то мне объяснили, бывает такое или нет, или я что-то недопонимаю. Эти батареи греют, та холодная, потому что на чердаке в трубу попал какой-то винт и не давал, в общем, воде циркулировать. В общем, мне так сказали сантехники. Батарею заменили, осталось все то же самое. То есть потом только они узнали, какая там причина. Так, ну что? Ну, мы вчера с Колей смеемся, он говорит, менять, да все. Я говорю, ну, это все у нас постепенно. Диван, бусинка у нас, подрала его очень хорошо. Когти мы ей не стрижем. Ну, здесь что-то вызывают, перелицовывают как-то диван, переобтягивают его. То есть вообще сейчас не до этого. Главное, косметика мне в доме сделать, чтобы было чисто. Так много всего говорю. Так, друзья мои, что я хотела-то? Я хотела, может, кофейку мне выпить, посидеть, рассказать, чем я вчера полдня занималась. Сейчас вот эту занавеску уберу, чтобы она мне здесь не отсвечивала. Сразу в стиральную машинку приду и поговорим. Кофе навью. В общем, друзья мои, я только что убедилась, что наши планы жизненные могут перевернуться просто не то, что на раз-два, а просто вообще на раз. В одну минуту. Что я сейчас сделала? Сейчас задвину занавески. Я переоделась. Думаю, сейчас одену шорты
не показываю, одела такие старые бриджи, футболку. Думаю, знаете, что попробую? У меня же нету этого. Шпатель я не нашла, хотела найти шпатель. Взяла нож узкий. И думаю, я попробую, как у меня отдираются эти плинтуса. Вот видите, уже видно, не видно? О, думаю, как у меня эти плинтуса отдираются. Вот, посмотрите. Занавески, пока говорю, не снимаю. Потому что, друзья, надо будет задвигать вечером их. Вот видите? Ну, это ладно. Рассказываю дальше. Плинтуса-то плинтусами. Так. Переоделась. Давай тут их отдирать. Отдираются, конечно, они тяжело. Я так понимаю, что придется мне что-то еще делать с потолками, потому что плинтуса отдираются вместе с обоями. Девчонки бы то же самое бы отодрали. Они, ну, вообще намертво, прям намертво. Сколько я здесь отдирала, тут, конечно, грязь. Это я сейчас снова застелила. Сейчас объясню, почему у меня снова все застелено. Поотдирала. Перчатки не одела, руки, конечно, у меня шелушатся. Ну ладно, это ничего, ни платка, ничего, не подозревала, что у меня столько будет грязи. Я думала, ух, их сниму. Не занималась ремонтами давно. Звонит мне Кирилл. Он мне позвонил еще утром и сказал: мама, у меня что-то повышается температура. Вчера у него была 37,2 вечером, но таблетки Катя ему не дала до 38. Я говорю, приди домой утром. Утром мне звонит где-то уже, наверное, 25 минут восьмого, а там еще Катя дома. Они обычно здесь вообще в 7 утра выходили, а там же поближе. Вот, вроде и расстояние, это тут ничто. Короче, звонит, говорит: мама, у меня температура повышенная, чего мне делать? Я говорю, давай врача вызовем, приходи домой. Сговорились с Катей на том, что либо он там врача вызывает, все-таки уже большой мальчик, участковый, не знаю, один и тот же, но не знаю, думаю, туда пойду. Ой, надышалась пылью, друзья. Либо... Ой, не чихнуть бы. Либо он придет сюда. И, в общем, думаю, я жду. Я тут пока уберу. Палат закрутила. Все тут поделала немножечко. Грязи, конечно, полно. Хорошо, вот мешок из-под дров я не выкинула. Звонит, говорит: мама, у меня ветрянка. Посылает мне видео, а он ветрянкой-то не болел. Посылает видео, он весь вот в этих вот пятнышках, ну, натуральная ветрянка. Я говорю, ну вообще все. Это, ну, он от Тимульки, наверное, заразился, потому что у нас Тимуля болел ветрянкой. Был у них в садике карантин, у Тимули-то не очень, они не повыскакивали. Мы ему зеленкой мазали, обычно дети прямо все в эти пятнышки. Он как-то это легко-легко перенес. А у них в яслях, ну, в детском саду карантин, но он отсидел положенное время. Там, короче, с последнего высыпания 5 дней, и уже потом выписывают в садик. Те, кто переболел, тем уже все, карантин не страшен. Мы никак не думали, что Кирюха... Катя говорит, Кирюша может заболеть. Но он с ветрянчиками он уже общался. А тут посмотрите-ка, скоро 15 лет. Я говорю, давай, говорю, дуй домой, потому что на прием ходить нельзя. Потому что два раза приходила сама доктор к нам домой. Так что, говорю, давай собирайся, все. Мне, как я к тебе туда пойду? Ладно, тебе, ты уже Тимулю не заразишь, но это не дело. Он шуршит, у меня там нападали эти вот пенопласты, они пенопластовые, шуршит там кошка. Ой, Кирюша, пришлось мне быстренько все это пылесосить. У меня уже полный этот контейнер в пылесосе вытрясла. Давай здесь подоконник. Сейчас подоконник сырыми тряпками оботру, все оботру. Думала, все, сейчас я попробую этим ножом и хотя бы плинтуса поддираю, все застелю пленкой. Ничего не получилось. Сегодня будем ждать доктора. Так что вот, друзья мои, буду сейчас врача вызывать. Ёлки-палки. Если Ира задумала делать ремонт, то не стоит ее торопить, я так понимаю. Ой, Кирюшка. Он довольный такой, говорит, мама, у меня, говорит, их столько много. Это все у меня сейчас все заказы, у меня сейчас вообще ничего мне нельзя делать. Ой, хорошо заговорила про заказы, у меня там хлеб, надо сейчас тесто посмотреть.
Ну там прохладно на кухне. Ты откуда выгребла? Надо все убирать, сейчас диван буду отодвигать. Ой, друзья, мне извините, так сижу. Что-то даже расстроилась. Думала, пока ремонт, он хоть пылью это дышать не будет. Потому что это все отдирать, это пыль. Это вот я платок не одела. Одела только футболки, шорты. Я чувствую, вроде бы не что-то поддиралось, да? А я чувствую, волосы уже все, на них пыль. Покрывало вот убрала, все убрала. Ай, ладно. Сейчас придут. Сейчас вроде зеленкой, это можно не мазать, взрослые это дети мажутся другой какой-то жидкостью. И то нам доктор сказала, что можно их вообще не прижигать, как мы раньше прижигали. А зеленкой они мажутся для того, чтобы контролировать, когда будет новое высыпание. Вот. А мы раньше думали, что прижигается, чтобы они подсыхали быстрее. Но они и подсыхать, конечно, будут быстрее. Но все равно я буду этот спину, руки, все. Он мне видео послал, на видео не очень видно. Но это ветрянка однозначно, больше ничего. Ветрянка может и температура высокая подняться, вот как. А я думаю, сейчас я все начну делать. У меня надо шпатель купить. Думаю, ладно, я ножичком. Ножичком тоже получается. Узкий такой длинный нож. Коля говорит, у меня есть стамеска. Вот так еще, друзья мои, еще на потолок делать. То ли его белить, там этот, сейчас я по видео отправлю, спрошу, что можно делать. Либо покупать обои, натяжной потолок тут уже нет, тут он и так уже низкий, он уже у них и так сделан, там вон пустое место, он у них и так уже, вон балки, там, наверное, ну, как объяснить-то, друзья мои, Коля бы сейчас бы это все по своему, по строительскому все бы объяснил. То есть там не голый потолок, а сверху он еще гипсокартоном сделан. Натяжной потолок делать, это они будут еще ниже, эти потолки. Либо этот убирать. Нет, ничего не буду делать. Либо отдирать потолок, снова клеить. Видео девочкам пошлю, посоветуют. Бусинка, хорош гонять эту пенопластину, очень тяжело отдирается. Я там стала отдирать, там у нас стекловолокно называется, вот этот интернет. Провод стекловолокна. Аккуратненько. Думаю, я сейчас вам покажу, чего, как. А в чем я уже занялась, я уже давай-давай. Оно хоть и тяжело, а у меня уже пошло, понимаете, уже азарт. Так, все. Друзья мои, чего я вчера выкупила? На Wildberries. Вот такие пакетики для льда. А вот нож-то. Вот этим ножом делала. Так вот поддеваешь. Вот. Такие пакетики выкупила. Сходила. Ну как выкупила? Они заплачены уже были. То есть забрала с Wildberries пакетики для льда. Погодка-то такая хорошая. Надо уборку делать. Меня врач может прийти в любую минуту. И Кирилл уже у меня идет домой, друзья мои. Вот так вот записала ролик «Ёшкин кот». У меня сегодня Коля до обеда работает. Мы хотели с ним съездить тут по делам. Я, говорит, съезжу тут до одного мужика по работе. И, говорит, поедем со мной, потому что мы поедем тоже в какую-то там деревеньку. Говорит, поехали со мной скатаемся. Говорю, поехали. Сейчас на врача будет ждать. Сейчас еще Колешке позвоню, обрадую. Скажу, сынуля, у тебя заболел детской болезнью. Ну, блин. Ну, ладно, ничего. Комнату эту закрою, пока он тут будет болеть. В принципе, у него... Буду здесь пока все отдирать. Потому что у меня уже все. У меня уже руки чешутся. У меня уже чешутся. Мне уже надо делать. Друзья мои, извините, пожалуйста, вот такой вот... Не знаю, что и получилось. Думаю, кофейку выпьем, поболтаем. У меня обед уже весь приготовлен. Мне, слава богу, на сегодня делать ничего не надо. Я вчера ходила ведь к ним. Я пошла на Wildberries, захватила буханочку хлеба. Хлеб испекла. Котлет наделала целый противень, им положила. Это, положила, как всем, знаете, они-то, ладно, взрослые, я и на Тимульку, на Катю тут три котлетки, на Кирюшу, чтобы у меня бедные дети-то не оголодали-то. Сейчас я привыкну, что они живут отдельно, я уже не буду так с ума сходить. Но все равно у меня фарш уже был вынут, сделано много, нам с Колей много не надо. Мы вчера как-то поужинали, и вон еще всего осталось. Суп, да, картошки сварила.
В общем, снесла им котлеток, хлеба. Кирилл там такой деловой мне. Мне Катя сказала никого не пускать. Я говорю, сейчас в лоб ты у меня получишь. Он, да мамочка, я же шучу. В общем, посидели, поговорили. Я посмотрела, все уже у нее. Она так обживается, так хорошо. Разрешит потом снять. Бусинка, дай мне, дай сюда. Дай сюда эту пенопластину. Потом обязательно вам покажу. Шкаф-купе такой сделан у нее. Уже все, кроватка. Кирюха тут спит на такой кровати. Подушку мне дал полежать. Такая подушка. Ложишься, она обретает форму головы. Как-то вот, ну, удобная такая. В общем, погуляла по улице. Погода вчера была прекрасная, друзья мои. Ой, хоть вообще не уходи. Бусинка, иди сюда, моя хорошая. Иди покажись, чем ты играешь. Иди покажись. Иди, иди сюда. Он нашла за диваном. Там на диван кусочки-то попадали. Вот, а ей надо играть. Вот тебе. Не получишь, не получишь, вредина. И, в общем, я нагулялась. Представляете, светло, до 5 вечера светло. Так, легкие, потом такие легкие-легкие сумерки. Фонари включили. И снег такой, знаете, вот какой-то вот синевой какой-то, знаете, даже... Вот смотришь, до чего свежего, где вот еще люди не ходят, да, где собаки не бегают. Так такой, скоро как начнет все таять, ой, все как поплывет. Кирюша наш звонка жду, когда он выйдет, чтобы не врача вызывать. Так, друзья мои, буду я заканчивать. Вечером, возможно, еще запишем что-нибудь с Колей, съездим. Может быть, я камеру с собой в этот раз возьму. Погода хорошая, солнечная, можно будет поснимать, снега нет. Я хочу сейчас обратиться к Светлане Михайловне. Спасибо вам большое. Я вчера получила от вас денежный перевод. Очень вам благодарна. Только меня, пожалуйста, не ругайте. Я эти денежки перечислила для Саши. Я думаю, что там будет им нужнее. И пока было, не было возможности мне его взять в гости. И в конце недели... О, у меня же Кирюша болеет сейчас. А Саня, по-моему, болел ветрянкой. Надо мне у Насти спросить. Вчера мы с ней созванивались, а я даже не спросила, к чему спрашивать было, потому что, по-моему, болел. Не могу припомнить. Ездили они в зубной, вырвали ему 2 зуба наверху. Говорит, нормально все перенес. Говорит, только поплакал, пока вот укол делали. И если Насте позвоню, мы вчера с ней созванивались, вот когда денежку-то ей перечислила, созванивались, но... Я же не знала, что Кирилл заболеет, и не, даже ни к чему. Поэтому сегодня будем созваниваться. Спрошу, если Саня переболел, то на выходные в гости его приведу к себе. Уже есть где переночевать. Здесь у нас прекрасно на диванчике. Он же большой, уже его же не повалишь с собой рядышком, правильно? Так что, друзья мои, все, я заканчиваю. И мы еще, вероятно, сегодня с вами увидимся. Все, всем пока.